Первые встречи с ценителями Айтыса Акына-импровизатора, обладателя «Золотой домбры» Мухтара Ниязова прошли в Аральском, Казалинском и в Кармакшинском районах. Аральцы с большим уважением встретили Айтыскера. В лучших казахских традициях аким района Мухтар Оразбаев преподнес Акыну национальный чапан. Алтын домбыраны Аралға. В Аральске «Золотую домбру» встретили с большими почестями. Тема Арала всегда была и остается одной из главных в моем творчестве. Я считаю это своим долгом. Юные акыны казалинского аула Майдаколь занимают призовые места на областных, республиканских айтысах среди сверстников. На встрече с мастером айтыса они продемонстрировали свои умения перед обладателем «Золотой домбры». С момента прекращения творческих поисков прекращается рост. Мы будем постоянно работать. Для нас большая честь выступать перед признанным мастером айтыса. Кармакшинцы также к приезду Мухтара Ниязова организовали айтыс. Затем Акын ответил на вопросы аудитории, поделился своими убеждениями. В ближайшее время Акын планирует посетить и другие районы области. Асан Сагенды, Козгурпежа Сараллы, Рамазан Жусупбек, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.